предыдущей серии. В одном из заброшенных домов мы с пацанами нашли очень жуткую и страшную куклу. И оказалось, что ходят легенды, если посмотреть этой кукле прямо в глаза, она тебя будет преследовать вечность. И оказалось, что это правда, потому что это случилось с нами. Одной ночью наша камера в доме засекла, что кукла двигается. И она живая, блин. И после этого мы пытались сжечь эту куклу, но все напрасно. Все очень плохо. Кукла живая. Да, если плохо, что случилось-то? Кукла живая, та самая. Пацаны! Но перед началом мне надо серьезно поговорить. Ребята, дело в том, что я не хотел показывать вам вторую часть этой жуткой истории. Потому что вторая часть, она реально пугает. Все равно, блин, вы просили в комментариях, вы ставили лайки под ролик. Я не знаю, но я все равно до сих пор думаю, что вам лучше этого не видеть. Но все равно, вы хотите увидеть продолжение. И перед тем, как посмотреть полностью эту страшную, но очень интересную историю, вы должны поставить лайк. Вот реально, без шуток говорю, если вы хотите увидеть продолжение, то вы должны сейчас же поставить лайк. Вот каждый, абсолютно каждый должен поставить свой лайк. На вот этот ролик, вот друг, спускайся вниз и ставь лайк. А также, если ты еще не подписан на мой канал, то советую тебе подписаться и сделать красную кнопку подписаться серой. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, но мы... Начинаем! Запомни, я предупреждал, это реально самая страшная серия. Ё-моё, чё за фигня, блин, так, а где кукла? А где пацаны? Вообще, чё за фигня произошла? Так, ладно, а так, чё тут за машины какие-то непонятные стоят? Так, чё за фигня? Какой-то джип, блин. Стоп, тут же мой гелик стоял. Так, а тут вообще жигули. Стоп, у нас новые соседи, блин, или чё-то тут... Чё написано? Let's? Что за фигня? Так, ладно. Ну-ка, а тут вообще какой-то мини-купер делал. Чё за... Стоп, ребята, чё за фигня произошла? Ну-ка, тут чё написано? Flex to... Что за бред, ребят? Чё за... Чё за фигня какая-то? О, Лизан, ты где бегаешь? Пошли снимать ролики. Так, стоп. Как? Хорошо, допустим, ты ошибся в произношении моего имени. Да вообще, Лёха, чё? Стоп, почему ты так одет? Ты, у нас же на нас кукла напала. Ты чё, она живая, блин? Ты не помнишь или... Чё? Ты чё, твой, что ли? Близ, от тебя головой ударился. Ой. Уже звонник забыл вообще, что ли? Ты чё, во что ты одет? Так, стоп, это ты вообще забыл мой ник, ты чё? Ты нормальный, меня зовут Паша Флейзин, вот F-L, ну, Флейзин, понимаешь, Флейзин. И одет я нормально, ты понимаешь? Ты точно башкой ударился. Ладно, я с Флексом запишу ролик, ты чё? Чем, что? Лёг, мне кажется, это ты головой ударился, оделся, не пойми во что, называешь меня как Флизан, короче, фигнёй какой-то страдаешь. Вот сейчас я вообще не понял, про кого ты человека вообще говоришь. И скажи то, что тебя вообще Джел зовут еще, блин. Ты че, башканутый? Я всегда так был одет, и мое имя Ледж. Запомни. Какой Ледж? У тебя даже маска не та, ты издеваешься? Ты... Так, стоп, подожди, это какой-то прикол, ты все время был в фиолетовой одежде, блин, ты сейчас какой-то фигня бомжатской одет, блин, ты короче, все, я понял, прикол хороший, погнали, блин, искать эту куклу, ты че, блин? Ты только сейчас скажи еще, что фиолетовый цвет, я его ненавижу. Ты вообще чеканутый, что ли, а? В смысле ненавидишь фиолетовый? Ты чё, какой нахрен фиолетовый? Чё? Вы чё, пацаны? Ладно, всё, я поверил. Я сам в шоке, говорю, что Флейн какой-то. Вообще чеканутый. Так, пацаны, ладно, всё, пошутили и хватит. Чё, погнали, давайте домой переоденемся. Антон, это ты, блин, то кекс, то пингвин. Вы нормальный? Да ладно, всё, пацаны, хороший прикол, давайте. Так, стойте, пацаны, так у нас же вообще не такой подъем был, и вообще что... Какой подъем? Это... Может, я еще раз трезвый по башке? Да нет, чтобы мозги вправились. Пацаны, так это ж не наша квартира. Стоп, мы в чужую квартиру дошли, стойте, подождите, это... Слышь, Флекс, мне кажется, он реально что-то там это с ним не так. В смысле? Ай! Нормально тебе? Вы че, так... Подбил? Давай с тобой. Пацаны, подождите, что это тут такое? Почему тут дым какой-то? Сигареты? Что за бред? Это ж не наша квартира, вы что издеваетесь? Какая не наша? Мы ее год назад купили еще. Чё тут ты? В смысле год назад? Вы что издеваетесь? Тут что?
Ёшкин, матрёшкин, тут... Ребята, что за... Это ж не наша квартира, ребята. Тут вообще какая-то синяя фигня, блин, разлита. Пацаны, мне кажется, вы перепутали. Да все, хороший троллик. Вы меня троллите или что? Еще какая-то... Кукла! Пацаны, кукла! Её надо ударить, так бам! На, вот так, куклу! Строго кукла в этом случае! Почему так она живая? Ты чё, блин? Её надо уничтожить! Да почему? Не надо её уничтожать! Что, почему? И вообще нельзя трогать, она создатель этого мира, если не знал! Ты чё, забыл? Она... Кнопка синюю, чёрную кнопку подписаться! Ты себя слышишь? Ты кнопка подписаться обычно красной. Когда подписчики нажимают на нее, она становится серой. Вы... Так, пацаны, все, вы меня троллите, да? Кукла, это... Вы что тут разорались, все, ушлепки? Стоп, это вы... Это еще кто тут такой? Ты кто? Это ты кто, твоё? Ты скажи, кто ты, самозванец! Так, ребята, мне кажется, лучше валить! Валим отсюда! Господи, быстрей! Три, ребята, не-не-не, валим отсюда! Это реально какой-то сумасшедший дом! Так, ребята, давайте вот в эту тачку сядем и уедем от них. Так, блин, закрыто! Слышь, быстрей, ребята, садимся! Давай, давай, давай! Господи, быстрее! Ребята, пошёл нафиг! Ай! РПГ, ребята, ещё тихо, давай! Газуй, 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 ай! РПГ, ребята, они чокнутые, ребята. Где, стоп, а где вообще все люди, ребята? Я что-то не понял, ребята, это какой-то пипец. Где весь мир? Стоп, ай, еще РПГ. Почему погода меняется, ребят, чё? Какой ещё вечер? Так, ребята, это точно не мой мир. Это точно, ребята, не мой мир. Какие-то леджи флизаны, блин. Какие-то фигизаны, блин, что за фигня? Так, ребята, ребята, давайте лучше тут спрячемся. Надеюсь, они меня просто не найдут. Так, ребята, выходим из машины. Господи, ну что это за мир? Почему тут погода меняется? Так, ребята, одно я могу сказать точно. То, что мы с вами вообще не дома. О, боже мой, этого просто не может быть. Блин, какие-то, не знаю, клоны, блин, Джелла, Антона. Что за бред? Еще там мой клон был. Ребят, я знаю. Я по-любому нахожусь во сне. Я же сплю. Да, по-любому, ребят. Я ж не помню даже, как я оказался там. Кукла, блин, мне на это все приснилось. Так, только как себя разбудить-то? Стена! Так, ребят, смотрите, разгон! Опа! Ай! Больно, блин! Ладно, понятно, я не сплю, ребята. Так, хорошо, если... Как я сюда попал? Если я, получается, попал в эту параллельную вселенную, где все вообще наоборот, вместо красной кнопки подписаться черная и синяя... Блин, ребята, это реально какой-то бред. Стоп, нет, мой канал. Так, ребята, давайте быстренько откроем. Так, ну-ка, так, ребята, мой канал. Ну-ка. Флейзин. Стоп, нет. Да ладно! Ребята, моего канала нету! Нет, я реально нахожусь параллельно вселенной. И что мне делать? Ребят, жесть, это капец. Я реально сейчас нахожусь в параллельной вселенной. Совсем один, вы это понимаете? Без пацанов, без канала. Вообще, блин, просто один-одинёшенька. Ребят, я не хочу оставаться один. Блин, друзья, я не знаю, попадет ли это видео на YouTube, но, ребята, вы моя последняя надежда. Вот сейчас же спуститесь вниз и нажмите на лайк. И, ребят, чтобы поддержать меня, напишите в комментариях с хэштегом «Флейзин, держись». Так я пойму, ребят, то, что, блин, ну, я еще не один, потому что сейчас, ребята, я один-одинешенька. И мне это капец как не нравится. И, ребята, вот смотрите, если я вернусь вообще вот на YouTube, и это видео выйдет, то я каждому, вот обещаю, вот прям каждому, кто напишет комментарий, вот без исключения, поставлю сердечко. Реально, друзья, все, кто напишет комментарий, те получат сердечко. Так что, пожалуйста, ребята, мне нужна именно ваша поддержка. Боже, я не знаю, ладно, ребят, давайте сядем лучше в машину. А куда все делись, люди-то? Так, давай, заводись, ты колымага, блин, все. Давай, валим. Тихо, пацаны, подождите, я из параллельной вселенной, не трогайте, давайте обсудим. О, смотри, такой же, как и наш. О, реально, можно еще? Пасти, тихо! Пацаны, стойте, Тофлик, Джел, Антон и Люха, да? А ты Паша Флейзин и этот Флизаноид! Я Флейзин, да, почти 1.5 миллиона подписчиков на Ютубе, это я, Паша! О, реально, и ты, привет, я тоже Джел, почти 1.5 миллиона подписчиков на Ютубе! Что такое? Какого цвета должна быть кнопка подписаться? Конечно же, серый, ты чё, блин, это ж я, блин! Ты что, не знал? Ну, ладно, это он, Да, пацаны, это капец, мы с вами не на земле, это не наш мир, это не наш город, вы понимаете? Мы это уже поняли, мы, блин, подошли к оттуда, превратился в монстр с огромной пастью. Да, я видел этих наших клонов, они вообще чокнутые стреляли в ТРПГ в машину нашу. О,
Капец, парни. Короче, ладно, я понял, что мы находимся, ну, в мире той самой куклы. Помните куклу, которая на нас... В смысле? А откуда ты знаешь? Да, короче, когда я ее ударил, там вот у твоего клона поменялась одежда. То есть мир рушится, когда мы ее ударим. Вот прикинь, вот так вот. То есть, если убить куклу, то мир уничтожится и вернется все на место, как было? Ну, ого! Точно, да-да-да-да-да! Вот смотрите, мы если убьем куклу, то... Погнали! Все, пацаны, давайте, садимся, куклу... Я молоток нашел, давай! Подождите, вы слышали это? Все, давайте, быстрее! Быстрее, машина, нам надо убить ее! Пацаны! Лёха, ты Лёха, держись! Ай! Что же меня? Лёха, ты чё? Ё-моё, вот это жесткий поёк был, нифига себе! Что это за фигня? Нас телепортировали! Вот это дом! Нам даже не пришлось ехать, смотрите! Реально, пацаны, все! Давайте быстрее к ней домой, мы ее сейчас убьем. У меня краски нож появился. О, офигеть. А так, у меня пистолет есть. Пистолет. Я говорил, молоток нашел, смотрите. Нормально, все, пацаны, сейчас мы ее загасим и вернемся в наш мир. Так, быстрее, давайте. Давай, ребят, поехали быстрее. Боже, поставьте реально лайк. Сейчас, так, ну-ка, давайте откроем дверь. Я как раз сейчас ножичком ее открою. Давай, опа. Так, а что тут не так кино? Не хочу я больше здесь подходиться. Главное. Да, все нормально. Так, давайте, пацаны, ищем куклу. Я на кухню пойду. Так, ну-ка. Я в левую комнату. Ничего нет так. Ну давай, что там, Лёха? Что ты, Лёха, ты не нашёл? Грязный какой-то. Блин. Боже мой, туалет, ты что так пугаешь? Так, ладно, друзья, что-то у нас ничего нет. Ну, ребят, смотрите, нам надо уничтожить просто эту куклу, чтобы вернуться домой. На втором этаже. Точно. Тоже фотографии висели, я помню. Да, погнали быстрее, погнали на второй этаж. Так, ну-ка, ребят, давайте откроем и бам, кукла. А нет, если что, убери пистолет, целься в Гошку. Блин, вот этот телевизор меня все время напрягает. Так, там что-то? Ну-ка, что тут? Туалет, ё-мой. Ничего, пусто. Ё-мой, да где это кула? Остался только верхний этаж тот. Так, ладно, пацаны, готовы? Сейчас мы ее уничтожаем через раз, два. Да, я готов. Кто это? Убивай его! Давай, да! Все, давай, бей его! Бей нафиг, да! Стоп, а почему это клоун? Стоп, пацаны! Чего? Что тут? Я не понял. Что тут делает клоун? Стойте, подождите, тут же кукла вообще жила. Стоп, пацаны, я, кажется, понял. Это же другая вселенная, это же все наоборот. Если клоун в нашей реальности жил в другом доме, то в этой реальности он живет тут, и кукла должна жить в доме клоуна. Послушайте. Чего? Это, стоп, пацаны, так, если это так, то что мы тут стоим? Быстрее, пацаны, вниз, погнали в дом клоуна. Быстрее. Все, пацаны, давайте погнали в клоунский дом. Он должен быть неподалеку. Так, мы быстрее вернемся. Да, конечно, вернемся. Да, побежали. И вот эту куклу, вот когда я ее увижу, я ее просто разрежу ножом. Ее уничтожу. Взорвать ее. Давай. Да, бомбой. Да, или же сжечь. Вот сжечь по-любому. Вот разорвать. Нет, я уже сжигал. Забыл, что ли? Это не помогло. Блин, точно, сжигал ее. Тогда нужен другой план. Тогда, ну, разрезать. Вот просто уничтожить ее и просто... Да. Или в космос на ракете запульнуть. Реально! Блин, пацаны, вот да, космос, да, по-любому надо попробовать. Уничтожим, это классная идея. Катком расплющим, в лепешку, блин, превратим. Реально. Давай быстрее этой развалюхи едь, он на таких машинах катается. Да, только как раз и твой клон катается на этой развалюхе. Чё? Как на нём можно ездить? Подождите, а чё с небом? Чё красный? Чё там красный? Чё дождь идёт? В смысле, нет. Чё? Горит дом. Дом горит. Нет, только не говорит то, что он горит. Нет. Он горит. Пипец, быстрее тушим, быстрее тушим. А если мы потушим, успеем? Так надо быстрее тушить, пацаны, все, быстрее побежали. А чем тушить-то? Молоток есть только. Да молотком хоть, нет, тут огонь. Не лезь туда, горишь. Пацаны, нет. Это кукла, я ненавижу эту куклу, она нас в этом мире что ли оставила? Пацаны, что делать теперь? Это конец, мы больше никогда не увидим дом, мы не вернемся назад. Нет, ну как же я буду без своих подписчиков? Мы же одна семья, я что, их больше никогда не попрошу поставить лайк на видео? Да ты чё, ты не расстраивайся, все будет нормально, найдем выход еще. Ну вообще, ещё. Пацаны, если мы тут остались, значит так и надо. Я, короче, поехал, все, пока. Куда ты поехал, ты издеваешься? Покорять их YouTube, говорить, чтобы сделали синюю кнопку, черный, пока. В смысле, какой? Боже, ты чё, а чё, он... Серьезно? Ну, с одной стороны, в принципе, мы живы, знаешь, да, все хорошо. Да, в смысле, мы живы? Да это капец полный, блин. Мы потеряли дом, ты это понимаешь? Мы остались... Что? Лёха? Лёх, ты куда пропал? В смысле, да я остался один. Просто круто, блин. Куда Лёха? Ой. Ты ушлёпище мелкое. Из-за тебя мы тут в этом мире остались. Я тебя уничтожу вот этим ножом. На! Стоп, в смысле? Ай, блин, опять твои фокусы, куда ты пропал? Ну давай, ты мелкая сопля. Вот что ты? Ах, вот ты, ну ладно. Я тебе даже голыми руками уничтожу. Иди сюда, Паша, ты. Береги! Ай, Лёха, тихо, нет!
Ай, ё-моё, Лёх, ты бы предупреждал об этом. А? Опа, дом восстановился. Так, а где Лёха? Э, пацаны, пацаны, о, самолёт. Лёха, Лёха, Лёх, ты жив? Лёх, офигеть. Вот это было круто, согласись. Как у тебя это получилось? Ты где взял свой самолёт-то? А я его вон там нашёл на ферме. А, нифига. Здорово. Антон. Как вы тут оказались? Пацаны. Чё ты там создал синюю кнопку свою? Подождите, стойте, мы в своём мире. Ну-ка, дайте я проверю. Так, ну-ка, так, play. Да в своём, смотри, небо нормальное синее. Пацаны, мы в своём мире. Наши каналы тут есть в телефонах, да. Всё круто, пацаны, мы выиграли. А мой есть? Да, твой тоже есть. Офигеть, ребята. Всё, мы уничтожили эту куклу. Это конец этой истории. Ребята, если вам данная серия понравилась, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться, серый. Ну, а пацанов, не забудьте подписаться на Лёху Джелла, на Антона Топлиса, ссылка будет на них в описании. Подписываемся на них тоже, на самом деле, Флейзин Джелла Топлик. Всем пока, дорогие! Всем пока, чуваки! Пока, друзья!